всем, телеканал Show Women, с вами Надежда Дора. Мы на чемпионате по пул-дансингу в топ-холле. И сейчас передо мной стоит очаровательная, замечательная девушка Ирина Бельварова. Она представитель члена жюри. Давайте с ней поздороваемся. Ирина, привет. Привет всем. Сегодня судим чемпионат Джакомо. Замечательный чемпионат Джакомо. Можете что-то сказать о названии и немного о себе? Как попали в члены жюри, в судейство? Организаторы чемпионата попросили поддержку, так как они только начинают становиться организаторами. Это их первый чемпионат по организации. Они обратились и пригласили посудить. Вам нравится? Вы первый раз на таком мероприятии в судействе или были другие какие-то мероприятия? И насколько вы близки и знакомы с организаторами конкурса? Я уже не первый раз на подобных мероприятиях. Судила более масштабные чемпионаты. Вот. Здесь, в принципе, сделано для первого раза. Молодцы, девочки старались. Немножко отстаем по таймингу. Такое бывает, это нормально, мы в Москве. Да. В принципе, ждем ярких выступлений от участниц. На самом деле я... Простите, а кто-то уже запомнился из участниц? Вот яркие выступления среди любителей, профессионалов и начинающих? Да, уже из профессионалов артистик запомнилась девочка. Она, по-моему, самая первая выступала. Я очень люблю смотреть, когда профессионалы выходят, танцуют, делают трюки, это все преподносят на 100 баллов. Еще такой вопрос. Что для вас важно и ценно? По 10-бальной шкале вы оцениваете что? Мастерство, трюки какие-то, да, артистизм. Что для вас главное? На что вы будете обращать внимание и прям дадите высокий балл? За что? Все, конечно, зависит от категории. Вот прошла артистик категория. Там очень важно, чтобы выступающий спортсмен, он делал все легко, изящно, красиво, чисто, естественно, без слов. А если, да, извините, если не зацикливаться, спортсмен, не спортсмен, любитель, не любитель, есть какая-то общая, какая-то номинация, да, или момент, который, вот, понимаете, вот, неважно, профессионал, не профессионал, но вот стопроцентное попадание в точку. Когда человек выступает, делает это все легко, в музыку, конечно, это сразу видно, сразу однозначно. Что пожелаете участникам? Какой настрой, удача, может быть, какой-то совет передадите? Я всегда советую участникам это получить кайф от выступления. Это очень важно, потому что если вы сами не получаете удовольствие от выступления своего, то, очевидно, и зрители не получат удовольствие при просмотре. Поэтому я всегда советую выступать и кайфовать на сцене. Я думаю, что это самое главное – делиться позитивными эмоциями, хорошим настроением и кайфовать от того, что делаем сами. Я, наверное, замучила вас вопросами. И последнее, что спрошу, как давно вы в мире пул-дэнс и почему именно пул-дэнс? Я пул-дэнсом занимаюсь уже 5 лет точно, так, если навскидку. В принципе, я всю жизнь танцую, занимаюсь спортом с 6 лет, поэтому как-то очевидно. Каким спортом? Я занималась спортивной гимнастикой, потом очень много занималась танцами, окончила хореографический колледж. Я смотрю, что очень много девушек, которые здесь выступают сегодня, у них либо художественная гимнастика, либо спортивная гимнастика. Это читается в их движении, они все очень разные. Почему многие девушки, которые занимались художественной гимнастикой или спортивной, да, переходят на пул-дансинг? В чем фишечка? На самом деле фишка в том, что для гимнастики ты в 20 лет уже старый. Все просто. А в пол-дэнсе ты можешь выступать сколько угодно, выбирая ту категорию. То есть ограничения по возрасту в пол-дэнсе нет вообще, да? Нет, это же не олимпийский спорт. Будет лет 60-70, пол-дэнс. Всех спасет пол-дэнс. На самом деле есть бабушки такие в мире. Самая, по-моему, взрослая, 65 лет ей. Не помните, как зовут ее случайно? К сожалению, нет, но на ютубе это все можно найти. You're welcome, ютуб. Да, реально женщине там 65 или 66 лет, она делает почти такие же трюки, как вот молодые девочки. Самый сложный трюк, вот название можете сказать в пул-дансе?
О, просто дело в том, что их очень много. Я знаю, что в фигурном катании там тройной тулуп, там еще что-то, да, есть. А вот пулданс есть какой-то сложный элемент, и который сегодня кто-то сделал вообще или пропускают его? Ну, считаются силовые заходы сложными элементами. Также есть всякие сальто с пилоны. Ну, сегодня вот... Свободное падение мне очень понравилось. Раз, и схватить сложно. Свободные падения были, а сальто, например, пока что мы не увидели, да? Ну, я думаю, еще не вечер, и сегодня будем надеяться, что мы увидим все-таки сальто, да? У нас идет последняя номинация. А вы сами готовы? К чему? К сальто. Да, я люблю сальто. Отлично, я думаю, позже мы получим сальто от Ирины. Всем спасибо, с вами телеканал Show Women's и чемпионат мира по пул-дансингу Джакомо. До скорых встреч, аспирантка Надежда Дора.